купаловская паулинка и диктовка на белорусской альбо русской мовах. До Дня Конституции у Витебском университете имя Машерова прошла акция «Праз диалог мов до души». У Витебску выбрали лепших юных читальников белорусских вершев. У городе над Дзвиной ладился областный финал конкурсу «Читаем по-белоруску с велком». Примерить историчные костюмы и самостоятельно вырабить сувениры у Полоцким державным университете открылся туристический центр. У эфира новини Витебской области, у студии Вольха Шмаргун. Витаю вас! Сегодня в Беларуси отмечают День Конституции. Менавіта 15 сакавіка у 1994-м парламент нашей страны принял первый в истории суверенной державы головный закон, который стал подмурком системы политических, экономичных и социальных взносин, замацевал правы, свободы и обовязки громадян. С Днем Конституции у Беларуси связана добрая традиция. 15 сакавіка юным громадянам уручают первые пашпорты. Каля 300 навученцев школ з усяго региону отримают сегодня головный документ. До державного свята у Витебском университете имя Машерова прошла акция «Праз диалог мов до души». Белорусские и туркменские студенты зладили постановку «Паулинка Нью» по мотивах одноименного твора Янки Купалы, а так само написали диктовки на русской альбо белорусской мовах, которые у отповедности с артикулом 17 Конституции Беларуси з'являются державными. Долучиться до акции и проверить свои веды правопису мог любой жадающий. С подробязностями Инна Кириенкова. У стенах университета знов загучала соковитое белорусское слово и душевная песня. Студенты филологического факультета закликали всех жадающих на свято родной мовы. Знакомитая купаловская паулинка, как завжди, збирая полную залу. Разом с головными героями глядачи заглянули в белорусскую хатку, где завсёды уладарит народная музыка и песня. Проникнена и с душой, хиба такая гульня самодельных артистов может когось покинуть равнодушным. Как я ставлюсь до белорусской мовы, я ее люблю, я на ее размовляю, свой выбор я уже зарабил и вельми хочу, как остальные белорусы так само размовляли народной мовы, якая больше близкая до их сердца. А коли любимая усими паулинка загучала на новый сучасный лад, это еще больше оживило публику. Бурными эмоциями сопровождали глядачи запальные танцы у выконании студентов с Туркменистана. Им ничего не засталось, как разом заспевать по-белоруску и кинуться у скоки с белорусскими хлопцами и девчатами. Я с легкостью выжилась в этом коллективе. Я подружилась с белорусскими девушками. Я вот выучила слово «дякую». Батька, батька, там тату, еще я выучила «Калиласка». Усе жадающие могли проверить свои веды родной мовы, написать диктовку «Русская альбо белорусская» на выбор. На гэты раз право читать тексты представили чиновникам. У нас в республике, в нашей конституции закреплено двуязычие. Это очень важное и очень нужное сегодня действительно завоевание. И мы это сегодня именно этим хотим подчеркнуть. Еще раз, что человек на том языке, на котором думает, мы имеем право сегодня и разговаривать, и обучаться. Обедзве залы собрали шмат жадающих. Сярод их не только студенты и выкладчики, вядомые сярод горожан особы и звычайные жыхары. Прикметно и то, что удельников белорусской диктовки с каждым годом становится больше. Училась у белорусской школе. Так само с малых классов я примала удел у олимпиадах, занималась место, потом вот хочу потримать белорусскую мову и попробовать выники свои поглядеть по диктанту по белорусской мове. За последние 2 года увеличилась и колькость носьбитов белорусской мовы, увеличилась и колькость мероприятий, которые проводятся именно это по белорусскому. Я вельми рада, что мы все ж таки по воле находим поразумение с органами державной улады, до чего мы весь час имкнулись. Глубоко переконаны, что такое супрацовництво даст добрый плен. Выники диктовки каждый покинул при себе. Все лето не стали их публиковать в интернете. Текст проверяли одразу ж после написания на месте. Бо головное не выники, а ожидание про змову, знайти взаиморазумение и повагу одно до одного. Инна Кириенкова, Александр Приставка, новини Витебск. У Витебску выбрали лепших юных читальников белорусских вершев. У городе над Дзвиной ладился областный финал конкурсу «Читаем по-белоруску с велком». Удел в вырашальном этапе приняли 30 старшаклассников из усяго региона. Подробязней про социальный проект мобильного оператора Артур Смоляков.
Проект «Читаем по-беларуску» «Велком» запустил в 2015-м. Первым этапом были интерактивные уроки для молодших классов. Зараз акция изменила формат и переутворилась у онлайн-конкурс для старшеклассников на выразное читание творов белорусских классиков. У им удельничали вучни 7-8 классов из всех гимназий школы Республики Беларусь. На протягу 2 месяцев яны записывали свои видео, где читали верши на белорусской мове, выкладали на свои сторонки в социальные сетки и досылали нам. Вось после этого мы брали по 30 лепших работ с каждой области из города Минска. И зараз проводим региональные финалы. Больше за 2000 видеозаписов и 45 годин вершов. Витябляне дослали на конкурс каля 300 роликов. Янка Купала, Якуб Колос, Рыгор Барадулин, Кондрат Крапива. Организаторы признаются, такой активности от юнаков не чакали. Сегодня 30 лепших школьников из усих кутков полночного региона Беларуси демонстрируют свой талент у области. Сним фіналі проекта. І дядька майстер був на штуки, і ви у механік на всі руки. І дубку скрутить вам і стрелку, і нарисує навіть єлку. А б йой мені буде успомін на ліпі бусел кльокотом. І той старий обшалий тим, що льох для весок покотом. Регламент конкурсу строгий. На выступление у школьников только 2 минуты. Максимальная отзнака за артистизм и беспомылковость по 10 баллов. Полоцк, Верхнядвинск, Чашники, Глыбокая. Талент удельников оценивая компетентное жюри. Телеведущий Юрий Жигамонт, поэтка Маргарита Латышкевич, письменник и лауреат Державной премии краины Владимир Липский. Радостно от того, что дети читают классику, читают сучасных авторов. И самое приемное, что читают не просто, как простые читачи, а читают душевно, отчувают смак мовы белорусской, соправдной народной мовы, соправдной литературной мовы. Это приемно. И хотелось бы верить в то, что после конкурса читачов у наших библиотек и в книжек белорусских будет наиболее. 5 лепших удельников из Витебска отримают у подарунок от Велком сучасные смартфоны. А уже у мая переможцы регионального тура представить нашу в область у республиканском финале конкурсу «Читаем по-белоруску». Артур Смоляков, Олег Чарняк, новини Витебск. Пасажирский перевозчик «Полоцкий экспресс» у ближайшие дни одновит сувязь с Минском. Заключена домовленность, згодно с якой диспетчерская служба, якая прымае звонки на бронирование местцев, становится так само перевозчиком. Коли ранее диспетчер только прымал звонки и передавал информацию водителям маршруток, то зараз он повинен иметь расклад руху и будет нести отказность за взрыв рейсов. Нагадаем, унесенные у студии измены в закон об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках выкликали массовое незадовольнение перевозчиков. Некоторые из них увогуле спынили работу. Зараз ситуация вырашается на корысть пассажиров. Примерить гістарычныя костюмы и самостоятельно вырабить сувениры. У Полоцкім дзяржаўным университете открылся туристический центр. Работа над его створением началась еще год тому. Зараз вандровникам пропонуют каля десятка разных экскурсий, самая популярная из яких у Полоцкі коллегиум. Наша здымочная группа побывала на презентации туристического центра. Дом віце-губернатора у самом центре старожитного города. Теперь это не просто историко-архитектурный помник 18-го стагодия. Мясовая славутость стала удвоя больше притягальной для туристов после того, как тут открыли туристско-экскурсийный центр. Все желающие могут погрузиться в совершенно иную эпоху, примерив на себя понравившийся исторический образ – и сделать уникальное фото. Тут просто окунуться в атмосферу старожитности и доведаться, например, как выглядали строи мясовой знати 14-го стагодия, те оценить доспехи сярэднявечча. Самостойно и с допомогой майстров наведвальники центра могут вырабить сувениры, магниты, мини-карты. Еще больше широкий выбор у сувенирной краме. Продукцию вырабляет редакционный выдавецкий отдел Полоцкого университета. На память об наведвании старожитного белорусского города застанется и сертификат с сургучной печаткой. Пишем мы. Не помню.
Получилось четко. У складе центра лаборатория археологии, этнографии и антропологии, кафедры истории ПДУ. Тут же заховываются находки разных этнографичных экспедиций. Сярод экспонатов есть сапраўды сенсацыйныя. Это первая находка в Восходней Европе, где мы видим прочерченный план храма. План храма поховальні полоцких епископов. Для зручности клиента, правда, покуль у тестовом режиме працює сайт туристического центра. Тут можно покинуть запит на проведение экскурсии. Как правило, наши гости заказывают обзорную экскурсию «Полоцкий коллегиум. История и современность». Это 45-минутная экскурсия, в ходе которой мы демонстрируем все достопримечательности историко-архитектурного памятника комплекса Полоцкого коллегиума. Особой популярностью пользуется экскурсия-анимация «Беседа с механической головой», в процессе которой все наши посетители с удовольствием общаются с мудрым старцем и задают ему различные вопросы. Туристичной деятельностью Полоцкий дзяржуниверситет занимается несколько годов. У программы каля десятка экскурсий. Что месяц тут принимают больше за 2000 туристов, а студенты специальности «Туризм и гостинность» мают возможность проходить практику во власном туристско-экскурсийном центре. Ольга Шмаргун, новини, Полоцк. А зараз новини от гульни «Удача в придачу» с Евроопт. Игра «Удача в придачу» от Евроопт продолжает каждую неделю разыгрывать среди своих участников более 50 тысяч призов и дарить весеннее настроение всем белорусам. В этот понедельник, 12 марта, в столичном Е-Сити были определены победители 59-го тура игры, удачу которым принесли покупки, совершенные на прошлой неделе. Среди главных победителей прошедшего тура два наших земляка. Владельцами внедорожников Nissan Juke стали Андриан Карпенко из Новополоцка и Павел Орлов из Витебска. Супер. Машина классная, мне нравится. Я как иногородний житель. То есть хочу квартиру, конечно. Надежда появилась. Да. Все правда, все работает, все реально. У жены нету водительского удостоверения, но надеюсь, теперь она захочет пойти на курсы, сдать на права. И будет тоже ездить, тем более, что здесь автоматическая коробка передач. Третий автомобиль уехал в Гробно к Наталье Гончаровой. Ну а главный приз – квартиру в Минске – выиграл Дмитрий Акулинич из Могилева. К слову, победу витебчанину Павлу Орлову принесла покупка в интернет-гипермаркете «Е-доставка». И это уже 21-й автомобиль, который участникам игры доставили курьеры онлайн-сервисов «Е-доставка» и «Гипермол». Также в призовой копилке покупателей интернет-гипермаркетов – две квартиры в Минске. Вот такая удача с доставкой на дом. Ключи от столичного жилья и автомобилей победителям вручили в Минске 14 марта. Также своих обладателей в 59-м туре нашли 200 очень приятных сумм по 500 рублей каждая. Среди счастливчиков 17 наших земляков. Уже на следующий день после розыгрыша в центре выдачи призов в гипермаркете «Евроопт» по адресу Московский проспект 130 встречали победителей из Витебска и Витебской области. Мусатой Светлана Михайловна, работаю экономистом. Куку Наталья Михайловна. Работаю аппаратчиком химводоочистки. Михаил Василий Александрович, пенсионер. Жибек Иван Константинович, пенсионер МВД. Меня зовут Рубанец Ольга. Я работаю в Витебской бурольной репутации фабрики. Сапроненко Мария Семеновна. Работаю в аптеке. Дегтярева Ольга Владимировна, городской поселок Коханова. Тишуцина Вера Ивановна, пенсионерка на заслуженном отдыхе. Григоряна Людмила Михайловна. Работаю на швейном предприятии «Витебчанка». Муха Ольга Николаевна, город Витебск. Плеско Алена Вениаминовна. Работаю в городской больнице. Еленко Елена Григорьевна. Работаю в БПС «Сбербанке». Сержантова Ирина Васильевна, инженер Центра информационных технологий. Всего за время проведения игры «Удача в придачу» жители Витебска и Витебской области уже выиграли 3 квартиры в Минске, 22 автомобиля, 39 путевок на двоих на лучшие курорты мира и более 150 тысяч денежных призов. Следующая встреча с «Фортуной» состоится уже 20 марта. Участников 60-го тура в предстоящий вторник ждут квартира в Минске, 3 автомобиля Hyundai Creta и еще 50 тысяч призов. Участие в розыгрыше примут игровые коды за покупки, совершенные на этой неделе в магазинах «Евроопт» и «Брусничка», а также на сайтах интернет-гипермаркетов «Е-доставка» и «Гипермол». Желаем жителям Витебской области удачи! Совершайте нужные вам покупки и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с «Евроопт». На этом наш выпуск завершен. Я с вами развитываюся. Усяго доброго. До встречи.
У ближайшие сутки по области будет облачно с прояснениями, переважно без опадков, на дорогах гололедица. Ветер полночно-усходний 4-9 метров в секунду. Температура по ветру ночью -4-8 при прояснениях до 12 градусов морозу. Днем от 2 до 7 со знаком минус. У Витебску будет облачно с прояснениями без истотных опадков. Температура по ветру ночи -8-10, днем 4-6 градусов ниже за нуль.